Привет-привет. Сегодня хочу поговорить про выход силы на две. Но есть один момент, что вот так вот приходится перекручивать свои руки, когда делаешь обычным способом. Поэтому я решил тренировать глубокий хват. И, соответственно, это оказалось не так-то просто, да, глубокий хват. Но сразу на нем что-либо сделать, подтянуться даже очень сложно. Поэтому я решил потренировать, сделав предварительные упражнения. То есть вся основная фишка, когда вы делаете на обычном хвате, то у вас руки расправлены, и вот это расстояние, оно у вас скрадывается. Как только вы делаете глубокий хват, получается, на эти самые 5-10 сантиметров вам приходится подтягиваться меньше и выше получается подтягивание само собой. Это дает, естественно, плюс. Первое, что я начал тренировать, это просто на не такой высокой перекладине я делаю такой виз, но с упором на ноги, да, частично. Потому что это очень тяжело вначале. Вот сами попробуйте, когда узнаете. Вот. Сначала 5 секунд, потом 10, потом 15. И так доводим до минуты. Следующий момент – это уже, так скажем, подтягивание к перекладине, к груди, да, но на чуть-чуть более низкой перекладине. Тоже можно делать 3-4, так скажем, сета по 10-12 раз. Здесь очень важно корпус держать прямо, стараться не прогибаться ни вниз, ни вверх, да, и не ослаблять хват. Вот. Следующее упражнение, которое я делаю для тренировки этого хвата, это уже такое вот подтягивание, но не к груди, а как бы за голову, что ли, получается. Тоже очень тяжело идет, но руки привыкают со временем и становится это очень, так скажем, легко, да? Вот. Еще по поводу мозоли, образуются в новых местах мозоли на руках. Потому что этот хват, он специфичный очень, но на самом деле он даст очень большой потом скачок в подтягиваниях и выходах силы. Вот, следующее упражнение – это виз с ногами на 90 градусов и небольшие такие подтягивания. Тоже можно делать, но здесь не получится сразу делать на прямых руках, потому что руки не могут выпрямиться еще не... так скажем, разработаны все сухожилия, связки и все прочее. Поэтому можно пробовать просто на полусогнутых на руках сначала повисеть. Вот такие вот дела. Поэтому ждите, скоро будет выход силы на две с глубоким хватом.